Друзья, привет! Вот хочу сделать генератор с 12 вольт на 220. Скажу сразу, я не электрик, так что строго не судите. Лучше добавьте от себя свое мнение или посоветуйте, как это можно сделать лучше. Ну понятно, если кто в этой теме хорошо понимает. Ведь толковый комментарий может помочь и не только мне. В этом видео я только показываю, с чего хочу сделать, и проверю на работоспособность 12-вольтовый генератор. Генератор взял от Москвича 412, модели G250G1, 12 вольт, по ходу 40 ампер. 40 ампер может маловато, но есть что есть. В целом у меня идея такая, я хочу этот генератор подключить до ИБП вместе с автомобильным аккумулятором. В процессе работы генератора ИБП должен выдавать 220 и даже с чистой синусоидой, а аккумулятор заодно должен как бы заряжаться. И если аккумулятор будет брать хорошо заряд, то периодически буду отключать генератор, чтобы ИБП работало только от аккумулятора. Я думаю, меня поняли. Это для того, чтобы экономилось топливо. Ну, как-то так. Сейчас немножко поэкспериментируем. Я подключил так. Генератор имеет здесь плюс и минус. Между плюсом и минусом вставляю в нагрузку автомобильную лампочку 12 вольт на 55 ватт. Сюда же и подсоединяю мультиметр. Где подключен красный провод, это естественно плюс. Плюсовой контакт генератора подключаю на плюсовую клемму аккумулятора, а минусовой от аккумулятора для возбуждения генератора буду кидать прямо на корпус генератора. Так как еще не приготовил мотор от бензокосы, я сначала попробую покрутить аккумуляторной дрелью. Ну что, пробуем. Да, вроде как все работает, пошла ощутимая нагрузка, сразу по звуку шуруповерта все слышно. И лампочка горит, хоть не сильно, но горит. Мультиметр показал сначала выше 2 вольт, потом начало падать. Это потому, что мощности у шуруповерта не хватает, да еще и к нему аккумулятор, к сожалению, садится. А из-за отключения света не успел подзарядить. Может ли возбудиться генератор маленьким аккумулятором? Это старенький аккумулятор форм-фактор 18650. Вот, как видите, все работает. Так как появился свет, сейчас попробую покрутить дрелью от сети. Оно будет мощнее. Хоть сильно оборотов не прибавится, так как у дрели в целом с оборотами не очень, но все же. Да, уже лучше, но все-таки еще не хватает мощности. Как увеличивается нагрузка, дрель тоже подыхает. Как только увеличилась нагрузка, начинает прокручиваться шланг на валу. Жаль, у меня нет хомутов, затянул бы поплотнее. Если вы заметили, для возбуждения даже аккумулятор не потребовался. Лампочка сделала свою работу. При больших оборотах сработало возбуждение. Я думаю, в целом все получится, если все закрепить хорошо и крутить через мотор бензотриммера. Или даже еще лучше от мотоблока, так как тоже не сильно уверен, потянет ли мотор от бензотриммера. Не будет ли подыхать тоже. А как вы думаете по этому поводу? Напишите, будет интересно узнать ваше мнение. Стоит ли заморачиваться с такой идеей или нет? Если что, модель ИБП буду ставить Logic Power LPY-PSW800VI+. Возможно, у вас есть вопросы, обращайтесь. Если видео для вас было полезно, ставим лайки. Делимся в соцсетях с друзьями. Вы были на канале Чудо Обзор. На этом точка. Всем пока.